Вторник, суббота, четверг или пятница, не знаю, как это так. Четверг или пятница? Ну, два дня подольше, не очень хорошо. Пятница? Кто тебе сказал? Каждый день. Так, называй три дня, еще раз. Пятница. Вторник, пятница. И воскресенье. Суббота. А, суббота. Угу. Три раза в неделю он уходит. Дальше. В какое время суток ты будешь ходить на тренировки в тренажерный зал? Утром. Время? Полвосьмого утра, семь полвосьмого утра. 7:30. Хорошо. Да. Сколько ты готова выделить времени на свою тренировку? Будни полтора, выходные можно два. А теперь вот эти полтора часа разбей на 30-40 минут, и ты сможешь ходить каждый день или 4 раза в неделю, но сократить свои тренировки. Если вы на вегетарианце, я не буду говорить вегетарианце, я его честно не люблю, я вообще не понимаю, я еще веган, там с ними можно поработать, это ближе к сырой. Если вы питаетесь сырой пищей и ходите по полтора часа на тренировки, вот девочки, кто у меня там, ну, многие не приехали, не занимаются, 30-40 минут, это максимум, и то я еще ругаю 40 минут. Какие там мышцы? Я у Арсана когда-то, мне просто про него все уши девочки прожужжали, говорю, кто такой Арсан, дайте посмотрю хоть. И он сидит такой и говорит, ну, посмотри на себя со стороны. Ой, девочки, я такой вопрос представлю. Ну, вы не подумайте, что я вас не люблю? Я вас люблю. Просто у меня, я такой крутой, я такой занятой, у меня просто времени на вас нет, я никак до вас не дойду. Как нарастить мышечную массу на сыроедении? Пожалуйста, берете скакалку. Твои слова. Прыгайте 5 минут, да? Люди на сыроедении прыгают на скакалке. Прыгайте 5 минут, потом делайте 25 того-то, 25 и опять на скакалке. Твои слова? Нет? Это чисто мужская такая, нет. Найдем? Ладно, не будем спорить. Ну, короче, я просто к чему говорю, что... просто почему вспомнила, потому что Таня, например, что если ты будешь заниматься по 40 минут, теми тренировками, которые тебе даст тренер программы, то у тебя там ничего не будет. У тебя будет мягкая жопа, мягкие руки, потому что у тебя и так белка нету, и ты еще не разбираешься в тренировках, ты так и будешь делать 20 раз тягу и будешь заниматься полтора часа. Все, 35-40 минут, ты начинаешь там 45 минут. Все, этого достаточно, 3-4 раза в неделю. То есть мы выбрали 21 день, поделили на 7 дней, и каждую неделю мы еще ставим цель. То есть на этой неделе мы переходим с вегетарианца на веганство или с веганца на сыроедение на какое-то время, потихонечку, да, подготавливаем себя, учим технику, работаем с спиной, да, и с людьми.